теперь моя задача приехать в Бангкок и встретиться с моим другом. Я даже успел по нему соскучиться. Все, вы знаете, все только с опытом приходит. Впереди ждут приключения. Друзья, всем привет, с вами Алекс Файтер. Балак. Балак. Yeah, Балак. Балак. My friend. Привез меня сейчас на bus station. И, блин, я даже не знаю, помог мне с деньгами, дал мне денежку уже в юане. Thank you so much, friend. 150 yuan. Okay, okay. It's too much for me. Money is good. It's... Okay. Okay? Okay, thank you. Okay. Be careful, man. Yeah, you too, bro. Good fight. See you. Good luck. Все, Балак меня проводил до автостанции. Теперь моя задача приехать в Бангкок и встретиться с моим другом. Я даже успел по нему соскучиться. Славе, его семье. Балак меня очень выручил, потому что моя заначка 5000 рублей еще не разменена. И у меня после вот этого купленного билета осталось 250 бат примерно. Как раз покушать в Бангкоке и все. Денег больше нет. И это не просто так. Вот мы увиделись, поздоровались и попрощались. Нет, я думаю, эта дружба завяжется надолго. И интересно то, что люди настолько все разные, ты получаешь от них опыт, позитив, хорошее настроение, ну и тоже, естественно, сам отдаешь все это. Совсем недавно вроде я вот сидел с этим чемоданом, с вами говорил то, что я улетаю в Бангкок, уже улетаю в Китай. Вот я и приехал на станцию, где живет недалеко здесь Слава. Поразительно, как я быстро все это нашел. Но, понятно, за месяц я три раза, вот сейчас третий раз я приехал в Бангкок. Метро уже для меня это настолько все легко и просто. Так что, все, вы знаете, все только с опытом приходит. Сейчас идем к Славе, встречаемся с ним. В Бангкоке есть автобусы без окон. Но они где-то есть, где-то их нету. Интересно. Давайте зайдем внутрь. Тодикап. Смотрите, деревянные полы. Представляете? Где-то видели вообще деревянные полы в автобусах? Наверху вентиляторы. Кондиционеров здесь нету. Сейчас пик, здесь настолько много народа, и дышать практически нечем. Хорошо, что еще вот эти вот вентиляторы есть. Без вентилятора бы вообще было бы печально. Так, мне надо быстрее выходить, а то сейчас дверь закроют. Уеду я. Здорово! Снова! Привет. Я с чемоданами. Рядом со мной Слава, привет. Дашуля, жена, Димасик. И Димасик. Димасик, пришли вы сюда? Шабуши, атаиши. То есть это шведский стол? Да, буфет. Заходишь, платишь и ешь сколько влезет. Давай сделаем челлендж. Первый откажется, то... Да, да, чтоб... Разбей, Димасик. Берем тарелочки и накладываем. Темпуры давай. Креветку. По парочке. Чтобы ровно было. Нет, давай три сразу. Все делим поровну. Угу. А давай знаешь, как сделаем? Зарубу будем в чем заключаться? Каждый по три съедаем. Три, 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 три. Кто первый оказывается, тот проиграл. Давай. Что? Хватит пока. Давай что-то. Не вставать по-моему. Ну давай еще что-нибудь. Что ж, мы начинаем наш челлендж. Начнем с культуры. Да. Когда только начинаешь кушать, кажется, что ты съешь нам очень много всего. Но это заблуждение. Хотя, знаешь, мне с детства говорят, что я не в коня корм. Я ем, а ничего не набираю. Я то же самое. Я приступаю к следующему блюду. Слава, пока. Я тоже. Суши, да? Да, суши. Первый раз пробую. Слушай, это пельмени, реальные пельмени, жареные. Вкусно. Намного проще придумал. Мы будем считать с тобой тарелки. Раз, два. Три тарелки уже есть. Все, да, три тарелки. Я пошел за следующей. Пробуй. А то, может, я проиграю.
не буду рисовать. Слава покраснел немножко. Да, Слава покраснел, это значит остро. Острое, но не так, что прям совсем остро. 4-4 счет. Я только размялся. Как знаешь, в некоторых ресторанах таких вот есть лимит. Ну, не то, что лимит, я имею в виду, если ты не доедаешь что-то, то ты платишь вроде бы вдвойне. Просто штраф платишь. Где-то в каком-то таком доме. Тоже шведский стол считается. У одного знакомого был такой случай, когда он тоже набрался целый стол. Вот, и в итоге друзья просто спасли его. Я съел такой маленький жареный перчик, маленький. Чили. Чили. Я думал, я помру. С тех пор я очень осторожно перепробовал. Но там вообще, я думал, сердце становится. Так вообще страшно. Ну да, дыхание, да? Сперло дыхание, даже может дышать тяжело. Очень опасно. Кстати, хороший совет дал, между прочим. Да, то есть, да, прям чуть-чуть попробовать перец немножечко. Чувствуешь то, что нереально острый, лучше не надо. А то же многие так, а что там, перец, подумаешь, перец. И накидывают. Просто уже не смешно. Там, да, там действительно. Ну, это смешно, как бы после смешно уже, когда вспоминаешь. А в тот момент, да. У меня 4 тарелочки. Так, еще 2, 6 будет. Еще по 2 набрали. Что это? Я не знаю. Нет, что-то какая-то рыба же. Ну, возможно, это рыба лосось. Ну что, предпоследний заход сделали? Взяли по одной тарелочке уже. Не как до этого по 3, да. По 2. Уже осторожненько так берем. Потому что еще место на десерт оставишь. Да, нет, мороженое обязательно попробуем. И мороженое, японское тоже. Ну, вкусно покушать. Да, главное вкусно покушать, действительно. Так что в любом случае будет дружба. Топ-топ. Очень милички. Топ-топ. Топ-топ. Первые шутки. Все-таки побеждает всегда дружба. Что? Димон, ты доволен? Молодец. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Алекс Файтер, Слава, Дашуля и Димон. Всем пока! Время не теряй, досками без мамы дошагай. Отойди прохожей стороной, видишь, человек идет большой.